Даю обратный отсчет. 3, 2, 1, go. Ой-ой-ой. Какая-то страшность. Йоу-йоу-йоу, бам-бам. Трындец, что происходит? Вот это жесть. Просто поливание друг друга огнем. Каких-то просто два дракона схлестнулись. Твою мать, Арктика там просто, я не знаю, что он творит. Огонь из всех орудий. Ну, вообще здоровая какая-то жаба. Ой, просто. Я охерею, это просто какое-то попадание тяжей. Не понимаю, что происходит. Таких замесов мы и не видели. Ё-моё. Сейчас будет, что-то будет. Мне кажется, что что-то должно быть. Нет, да, нет, нет, нет. Я вообще в ахере. Что творят эти армяне? Я не... Что, блядь, происходит? Ошметки корабли, туда-сюда, турели, огонь, просто бортовые скольжения, что это? Арктика жопой торгует просто. Давай. Офигеть, вот это бой, вот это экшон. Товарищи, да, просто. Мы там тыкаем с полчаса. Да, это просто какое-то мясо, лютое жесткое мясо. Это даже нарезать не надо, тут просто, тут все есть, оно вот как так и есть, так и показывай. Артика, ты что-то как селедка крутишься, я не знаю. Так, идет разнос. У Артики какие-то проблемы, мне кажется, наблюдаются. Что-то у него дымится. Артика, соберись, тряпка. Потяни свои колготки. Бам-бам-бам-бам. Жух. Я вообще в ахере. Что это вообще? Специально так? У меня еще и запасной вариант. Не, водородные движки выключены. Это так надо? Возможно, водородный баллон умер. А, я понятно. Не... Я понял. Мне пока не до этого. У тебя гравит, я понял. Я вообще...
вообще вопрос. Как они могут вообще это делать? Я бы уже помер с таким торгованием. Бля, куски Арктики полетели. А ты думаешь, для чего у меня столько всякой фигни висит на корабле? О! Есть контакт. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой. Твою мать, вот это просто сеча этой недели. Лютый замес. Такие близкие просто расстояния между вами, я вообще... Я офигеваю. Что творят эти канадцы? Просто какая-то жесть. Ё-моё, вот это да. Караны бабай. Просто разнос обоих. Вам торгование с обеих сторон идет. Пулеметы, пошли в дело пулеметы. Арктика, ты скрипт используешь для сальва торпед, вот этого, сальва турелей? Или нет. Турели сами стреляют? А само. Я понял. О-о-о-о. Так, Димон Икс что-то ретировался. Опять подходит или что? Я не понимаю, что конечно происходит тут. Воу, какой скажи, что? Просто таран. Бам, протаранился. Афилий затаранился, немножко въелся в броню нашего Нео. Опять снова еще один таран. Твою мать, он жестко сцепился просто. Все, он зашел в жопу. Твою мать. Вот это маневр. Давай. Ух, ёпарный компьютер. Пидрив, произошел жесткий пидрив. Аж пишна надо вынесла. О, Нео просто превратился в одну большую дырку вместо корабля. Так, я отключаю требую повреждения, потому что тут уже все. Это был жесткий таран от как перегелий получается. Нет, офели. Офели получается, это тут жирненький на 4 кт. Да. Да, ну тут они примерно в равной весовой категории. Я понимаю. Жестко. Это было просто лютая сеча. Прикольно, вот это ему зарядило по центру. А, ну там пух. Там просто пол боекомплекта лежало. У тебя тут куча баков, и ты почему-то отключил двигатель и. А я просто увидел, что меня начало притягивать, и я вырубил гравик. Вот это дырище! А там да, там боекомплект лежал. А, ты на водороде летал? Да. Нихера ты, блядь, жёсткий. Я просто когда увидел, что мы начали подлетать, у меня гравик на 23G начал подходить, я такой, надо вырубать.